Здравствуйте. Было ли у вас такое, что вроде бы все работает, значки показывают, что выход в интернет есть, но вы не можете зайти на свой YouTube-канал или открыть интересующий вас сайт? Давайте мы рассмотрим и эту тему. Открывая браузер, в данном случае Google Chrome, ни с какого браузера невозможно выйти в интернет. Вот у меня 4 браузера здесь, все они легкие браузеры. И нажимаем Яндекс. Видим, идет кружение, но выхода в интернет нет. И так может оно длиться часами, и никак нету. Нажимаем правой кнопкой мыши на этот значок. Центр управления. Подключение локальной сети. Смотрим, байты идут. Все должно быть исправно. Раз байты идут, значит связь есть с интернетом. Давайте еще раз сделаем здесь диагностику. Нажимаем «Диагностика» и пишет «Модуль устранения неполадок не выявил проблему». Все, значит, все нормально, выход с интернетом. Сейчас я сделаю перезагрузку компьютера и надеюсь, что будет все в порядке. Итак, делаю перезагрузку компьютера. После перезагрузки компьютера давайте проверим, есть ли связь с интернетом. Проверку буду делать также на браузере Google Chrome. Нажимаем на Google Chrome. Посмотрим, та страница моего канала откроется или нет, какая раньше тормозила. Страница канала открылась. Проверим, работает или нет. Все работает. Все работает. Связь есть с интернетом. Все работает, все нормально. Кто желает получать известия о добавленных мною новых, интересных и полезных видео, то подписываемся на мой канал. Впереди еще много чего интересного. До свидания.